Во дворе дома на Целинной 4А идет работа. Это здание и то, что по соседству, будут подключать к централизованному городскому водоснабжению. Раньше доступ у жителей был только к технической воде, которую нельзя использовать для приготовления пищи. Теперь все изменится. В данном месте сейчас начинаем монтировать железобетонные кольца, колодцы и замена воды именно на сам дом. Бригада состоит из 4 человек. Используем технику экскаватор, КАМАЗ. Ранее строения принадлежали одному из предприятий города, но в какой-то момент организация от домов отказалась. Администрация Уссурийска приняла здание на свой баланс. Подключить двухэтажки к центральному водоснабжению планируют до 3 ноября. Так что зимой жителям этих домов не придется ходить к колонке или пользоваться технической водой. Виктория Калинина, Роман Адонин, Телемикс.